Даже никого нихуя не знаю. Ты их сам набрал сюда, блин. Ну вот я набрал до определенного количества, а потом, ну, уже вообще ж пиздец. Сейчас пятый рейд пойдет, шестой, десятый, блядь. 25-й. Блин, тебе плёточка, блядь, не плёточка объединения. Слушай, а можешь этого... Зьеда на топыча закинут или на его ФДК? Да там... В смысле моего? Завтра локом тебя. Я с Камой ходил своим ФДК. Ну, на топочек пойдешь сегодня. А завтра меня не будет. Завтра не будет, окей, я понял. Там топочек настраивать не надо, ну. Это ж пизду, это долго. Ну да, есть такое. А они хэм запустили здесь? Хэм. Так а чё, в смысле, тут нужен, в принципе, один хант, допустим, и любой вообще милик. Ты видишь ханта, что ли? Я, походу, пора ханта качать. Вон, у СМЛчика родного есть, это хант, я помню. Ну, пусть киры. Бля, что это такое, блядь? Так погоди, есть же у кого-то хантринг, не? Стой, был же шкот. Помойный хант там, блядь. Не, у кого-то еще был, я ж помню. Так, я этого кикаю, тогда скинул. Ладно. Чёрта. Он так и не ответил, не объявился, и я... Кто не объявился? До вечера время давал. Да там Супер Саян. Супер Саян ДЦ какой. Ну, вообще, по-хорошему, вам нужен у вас вот анхолик, типа, и все. Асис анхолик. Нету у вас анхолик. А где селф? Ну, типа, у вас есть фрост. Слушай, есть... а да. Если Агату с Вувой, да, в холле палы и погнали? С пекой. Смотри, допустим, вот так вот сделать. Так вот. Че бы нет. Ну и будет. Но... у нас пекаться на сложных боссов только. Так вам... Так че сложный? Кто там у вас? Максимум будет 3-4 хила. Ну, значит, ДК завтра будет. Вы тоже XC в 4 хила, я думаю, справитесь. В любом случае, анхолик обычно. А где этот селф? Нету. Фига же, у нас людей 220 плюс, охренеть. Кто? Я говорю, 220 плюс людей у нас же пипец. Ну-ну. Шадай ассистрель, да. Да, ассистрель, да. А, все, у вас фул набрали. Мах, жадко, удачи вам сегодня, все, пошел отдыхать, уже не мог. Отсюда уже. Такой недовольный, утю-тю, Ильдарчик. Нам бы лучше фул на завтра закинуть, у нас-то хуя лопнет сегодня. Да, я патик красиво сделаю сейчас. Давай. Так ты на Аверагра можешь пойти завтра. Так он КД уже. Иди нахер, я хочу, сколько веду, хей. А чё это так не ходишь? Ну, уже... А ну-ка. Все, ладно. Все. Блять, с тобой базарить можно бесконечно. Давай, короче, погнали. Я отсюда. Пошел вам. Тварь. А чё, сумоньте всех остальных? На чё у нас на завтра локи вообще без КД есть? Ты чувствуешь, когда 5 варлоков. Не Ашер завтра, да? И все. Найс, блядь. Это ты хочешь сейчас рейда съебать тогда? Почему? На завтра нет варлоков, значит я пойду завтра.
Я хочу Флойса поменять. На завтра, чтобы он шел. Блять, то. Смотри, то миликов, да? Ой, то РДД не было в гильдии, вообще ноль было, блядь. Не хватало. Теперь миликов не хватает, блядь. Я сейчас стопнули набор миликов. Вот посмотри на этот рейд, блядь. У нас раз, два, три, четыре милика в рейде, блядь. Что это такое? Демон Варлок не считается миликом? Алло, здравствуйте, блядь. Ой, бля. Вообще, ладно, как бы это, в два демона такое у меня желания нет. Типа, ладно. Стоп, а кто? Да я не буду в Афлике этом помойном играть, не, бля. Ты бы демона на завтра одного оставил? Ты завтра демон. Ну, я завтра я не могу демона. А завтра нет больше локов, нет, завтра. Что ли? Так вот они, здесь. Ну, не может же, не слышишь? А ты Зен тоже не можешь? Нет, не могу я завтра. Давай в Савога. Потом. Ладно, давайте чек на АФК. Дайте столик, пожалуйста, молодец. Не в сети. Это пиздец, конечно, я с таким пачкой людей. Спасибо. Захожу, вылетел. Так, смотрите, кто у нас сидит в этих... Разрушители. Я. Зиен. Кто у нас еще сидит? А кто сидел тогда постоянно? Я типа не знаю просто. Вот уже в курсе, наверное. Няш. Да хер его знает. За рулем именно, за рулем. Кто сидел? Знаю, тут в одной уже Толян сидит, я с Толяном сижу, так что смотри. Окей. Хатьфу садишься, Толян, я и этот, Зиен. Последнюю садится кто-нибудь, любой вообще, который будет стак, не будет кидать. Метки расставь, Няш. Так, прыгает у нас Марс, СМЛ, Экскалибур, Няшер, Сэмэтери, Нир. Зумар в ДД тоже должен быть. Зумар. И четвертый прыгает у нас... Давай пусть будет мимик просто, и все. Так, 8 человек, смотрите, первый... Первый встаньте сразу к тачкам с метками. Первый, кто прыгает, это Марс, СМЛ, Экскалибур и Няш. Встаньте. А можете включить полипауэр или же установить его-то, я не знаю. Войт и Нир. Где ваш полипауэр? Как мне настроить вам баф? Вам типа говорили, ребят, что без полипауэра у вас фрейд не возьмет больше? Нир включать пошел. Войт у тебя есть? Я без него всегда бафал. Ну, придется с ним теперь играть. Без него мы его нахуй посылаем всех. Потому что это пиздец. Я понимаю, что человек, если даже умеет без него бафать, это намного упрощает РЛ, блядь. Да, ноль проблем. Какие проблемы? Скачать. Короче, Void, ты всем бафаешь MP5. А Нир прот. Остальные все свои бафы в полипауэр видят. Какой-то уж приста. Слышали, нет, кто прыгает? Я не вижу возле себя никого. А, СМЛ, сядь в тачку сразу. Вторые прыгают, получается, Сэмэтери, Нир, Зумр и Мимик. Идите вторыми тачками. Возле каждой тачки с меткой должно быть два человека. У меня... Кто в ромбике сидит вообще? Чего он пустой стоит? У меня СМЛ и Сэмэтери. Я разгрузил ее. Экскалибур и Няшер вижу возле ромбика. За руль сядьте, ромбик. Хатьфу, сядь за ромбик. Экскалибур, слезь, слезь. Не надо рулить, ты прыгаешь. Кто там бегает, ты? Нир, ты в ДД должен быть, спекнись. Ты прыгаешь. Давайте, резче, блядь. Да. Кто там возле... Кто? А, Хатьфу сидит. Логично. В ромбик сядьте кто-нибудь. Кто за рулем должен сидеть однозначно? Так, там сидит White Moon. Толян, слесарь, пересядь в ромбик. Печеньку кто-нибудь сядьте, другой вообще любой, который не будет кидать никого, просто. Флой, все, садишься просто тогда за этот. И кто-нибудь к нему сядьте заряжать этот колчедан чисто. Давай, я буду так заряжать, Флойс. Хорошо. По прыжкам. Так, у меня прыгает, получается, СМЛ и Сэмэтери. В ромбике прыгает Экскалибур, Няшер. Дальше, кто там? Печеньки кто?
печеньки кто? Ой, печеньки. Ну я тут еще. А, ты Лойс и Начос собирают. Уберите оттуда метку вообще. Все. Так, а в ходьфу кто? Зумер второй прыгает. Кто первый? Мимик первый? Ты в треугольнике, Мимик? Ну, плюс-минус. Не, с печеньки слезь, все. Сядь. Кто в треугольник сидит за пассажирским сейчас? Никого? Никого нет. Кто там первый прыгал? Все, тогда садись, Сумр, ты первый будешь прыгать. Мимик второй. А кто у тебя там, Зен? Марс второй, вижу, а первый? Ну, у меня никого. А первый кто? Никого. А, Нир, иди в звезду. На той стороне она. Ты первый прыгаешь. Нир? Я не знаю, что с клиентом происходит. Вот, все, опять заработал. Этот, кто прыгает сюда, ко входу, бафы дайте всем. Рыбу поставил. Это, ребятки, у кого полипауэр? Я просто с ним никогда не играл. Никогда ничего за баф никто давай не давай потом, после босса. Расскажите, да? Быстро. Нир, ты первый прыгаешь, слышишь? Вон там на той стороне звезда. Все в курсе, что да, делать, вижу, кто прыгает? Нет, садитесь в катапульту, когда вам говорят. Вас закидывают. Пушки ломать, его скидывают, возвращайтесь к тачкам, ждете. Как только он оживляется, этот Левиафан, кидают этих людей. Вторые люди, не садитесь когда пульту сразу, ждите. Когда скажут, тогда садитесь, когда я скажу. Так же залетите ты, вы. Потом первый, кто сидел первыми, садятся снова и заряжают колчедан. Так по кругу. Надеюсь, все все знают и с первого троя упадет. На этом боссе неохота вайпиться. Чек. Колчедан сбивайте. Все, прям сейчас все. Босса не трогайте. Все колчедан сбивают. Вылезь там, кто уходит дичи сидит. Я с ним сижу в осадке. Второй пассажир, пожалуйста. Насчет осадок вообще похуй, забейте. Садись хоть куда. Если заняли твое место, сядь другое. Да, я с ним с Павлом договорился. О, сядь к Толян слесарь, вот. Слышишь? А там уже освободили. Подожди, стой. У тебя Толян слесарь должен быть, должно быть два человека. А няша второй прыгает, а первый Экскалибур. Первый Экскалибур, все нормально. Да, все тогда, что? Флойс, у тебя есть кто-то? Да, есть. Отлично. Еще колчедан позбивайте. Или все избили. Кто первый прыгает, уже загрузились на шестерку. Все, загружайтесь, кто первый прыгает в разрушитель. Вторые пока не садятся. Осадки пуляйте, босс. По моей команде запускаем, не раньше. Все, закинули. Вторые садятся. Тебе флос. Сбивайте колчедан. Вот тебе. Держи. Я вижу. Все, сейчас никто не садится в этот. Ждем. Подойдите к своим тачкам, которым должны стоять. Пометка. Когда скажу, надо будет сейчас в этот сесть. Не раньше. Ждем. Мимик, учитан сели, тебя. Сели. Закинули. Новых людей закинули, старые сели. Влево, да. Все отлично. Все все нормально, все закинулись. Кто колчедан проебал? Да, все вроде. Не проебывайте, не проебывайте, пожалуйста. Избивайте этот колчедан, который летает. Цветки полезли. Все отлично. Все то же самое дело. Своим тачкам. Осадки, цветы забрали. Пассажиры в осадках, пассажиры в осадках. Цветы забрали осадки. Готовимся, сейчас скоро я скажу. Закидываем, садимся. Шестерку жмем. Закидываем. Садимся в старые челики, садимся опять. Каз бейте, каз боссу сбейте, осадки, каз боссу сбейте. Отлично. Огонь, пожалуйста. Аккуратно, огонь. Цвет. Лойс, подъедь к колчедану. Да, вижу, вижу. Не-не-не, я
Колчедан, кто у меня сидит? Колчедан, ноль колчедан. Цемитерий, алло. Загружаемся. Пиздец. У меня нет. Перегрузка закончилась. Кидывает. Короче, без меня. Бейте босса просто. У меня ноль колчедан. Ты здесь добейте. Просто бейте, босса бейте, все, не уже не кидайтесь. Хуёво, охуенно. Я думал, повайпаемся раз в пять. Осадку сломала. Подстава. Давайте на Игнис отращите сразу. Идите. Вставайте, кто умер. А я лутера не дал, дайте. Да я думал, ты раздашь. А, не. Веришь, я... Это, ребятки, Синт или кто-то там, откройте стрим, пожалуйста, я включил. У меня какая-то хуйня. Тебе, короче, ничего не надо делать, смотри. Тебе надо, главное, в него зайти. В этот, смотри. И поставить галочку на свободное назначение. Ролицком надо. Интерфейс аддона, да? Ты включил его? Да, но я его скачал, у меня галочка стоит еще. Где его тут дальше? Там снизу есть кнопочка обновить, обнови, подожди, подожди. Я тебе раздал бафы. Секунду. Смотри, видишь зелененькая точка? Ну. На нее правой кнопкой нажми. Ага. Вот сюда. Поставь галочку на свободное назначение слева внизу. Так. Внизу. Тут все, ага. Обновить. Обновить нажми теперь. Все, закрывай, ага, эту штуку. Рекаунт чуть опусти. Рекаунт тебя не до конца пальпа. Вот так можешь поднять, да. Вот теперь просто нажимай на классы, видишь, где нарисован этот. И будет бафаться, да? Мышкой левой кнопкой. Да. И ага. Вот эту хуйню на круглую зелененькую можешь нажать левой кнопкой, она за это закрепится. Все, понятно. Владыка, у тебя какой мейнхенд? Поехали. Танки тут? Танки тут. Ко. Репа по правому, ретрики. Ладно, без реп. Смотри, кистевое надо? Нет, конечно. Себе стоит. Тоже новичков нету, да? Все же были в районе уже. Вообще вахло отобили новичку этих РДД, блядь. Это ж хорошо. Ну, блядь, не совсем, конечно. Лучше, чем в 10 миллиметров. Забыл,
ладно, тупо. Только пока появился. Я забаню. Это по мастерам. Первый дает Holy Death, второй дает Void, третий дает Excalibur. И все, на этом закончили. И четвертый Нир, не? Он же в ДД. Он в танке. А че он будет в танке? По танку, в одного танка хочешь? А чё там танчить в одном? Ну, мне кажется, там легче в одного, чем в два. Окей, давай. Нир, давай в ДД. Зумр, короче, заберешь этих мобов на себя. Будешь танчить в воде. Люблю этот ветерок. Всех с пульти и все в мели. Все в один кемп. Ребят, кто будет АФК уходить без предупреждения, я буду сразу кикать из рейда. Я не знаю, как у Эрика. Курабеков. Поты на каждом боссе надо пить, вне зависимости, сложный, легкий босс. Чем быстрее пройдем, тем лучше. Я не знаю, Зенит, может один трай турим попробуем, не? Можно. РДД состав. Им места не хватит. Да по 4 встанут. По 4 поставим. Ну, в тот раз сдохли по 4. Нет, мы не дохли. Ну, можно чё-то. Можно рыбов, пожалуйста. Рыба поставил сзади. Ешьте. Ласки купите. Как думаете, хапалу СПД или на МП5 выбить? На инту. Смешно даже. Интеллект, фласка. С классика еще. На 100 чистой мудрости. По мастерам слышали? Нир ты в ДД, я же говорю. Ну, слышно? И это четвертый мастер ауры. У нас весь бой они будут. Ну, если кто-то не затопит. Верно? Первый Holy Death, второй Void, третий Excalibur, четвертый Нир. Анонс те не будут. То, какое дает. Вы должны сами все меняться. Тут проверка. Забери третью. Не огонь, не на огонь надо давать. На третью. Сосредоточение. Holy Death забрал? Я и так забрал третью. СССР кому кидать? Так я спрашиваю. Объясните людям то, что они думают, что нужно на огонь. Нет, на третью, на третью ауру надо давать. Этот зумр танчи в воде, еще Зен, скажи, там дальше мути или нет, окей? Окей. На пул все в зумр. Мобов тоже зумр забираешь. На пулы. Бэйл? РДД, постарайтесь ближе к воде встать, чтобы он не чаржился. Потихоньку можете ГКД, чтобы не терять. Потихоньку идти, пока бы. Забирай моба, зумр. Моба. Зумр, забери моба. Ага. Подходите поближе. Отверни. Голос. Зумра прохилите. Освободи ауру. БР, да, этот агат.
Агро, ребят, начи, смотри за агро. Паладин там эти сали может раскидать по агро. Ну и чё? Проебался. Ну алё, ребят, ну чё это такое? Искали бы. А нахуя ты сейчас ты даёшь? Ауру дай. А, он его схватил, да? Ты можешь и там мастер давать. Можешь кнопки нажимать в руке, если что. Я там нихуя не могу нажимать. Точно может? Можно, я хилю там спокойно. Четвертый. Первый еще. Первый мастер. Приготовь. Как обычно, петушары на экзекутке. Вот хп уменьшили боссом, да? И экзекьют стал меньше, пиздец. Хуй пососёшь у босса. Да, а еще он берет тебя, но на экзекутке, блядь. Ты сосёшь двойне. Спите меня. Нир, давай в танк. Не, слышь, это, Мардун, если ты в демоне дашь больше спекнешь чуть-чуть. У меня шмот сломался. Я не увидел, я слепой. Окей. У меня сломалась пушка. Не, я уже починился, все хорошо. Спасибо. Честно, не уследил. Няша, добежишь? Не успекнулся, да? Да. Окей. Так, я запускаю. Поехали. А кто там стоит возле XT? Войд. Я туда заверну. Как бы Астаркрыл еще живая. Я что, наплюнул в тебя? Да. Еще и кош не работает. Бежишь, бежать? Подожди, на такой дистанции плюет. Надеюсь. Зумара, не переагрегнулся. Он плюет на всю... Весь Локо. Первый этаж, считай. То есть можно пульнуть и идти в это, да? Никогда. На выход. Я запущу. Короче, нам ханты нужны, гильду. Ханты нужны. Ханты нужны, все. Тупо ШП прибежал, дал мне щиток, чтобы я не сдох. Я знаю, стой, слышишь это? Тендор, ты запустишь же босса, да? Все, четко. Братишка. А, на слот же умирал. Дайте баф лоб.
Еще самый не бесполезный лук. Спасибо, брат. Заберите моего, пожалуйста. А? Бля, ну меня трэш пиздит. Нормально. Зумар, пожалуйста, не переагривай мобов, агри те, которые убегают трейд, спасибо. Сади. Ой, это ж можно будет локом встать в мелизону, получается. Впервые. Охуенно. Где мелизона? На Торме. А чё у нас по мелизоне? Так а в смысле? Демон всегда в мелизоне. Нет. Ну блин, Торм исключение. Нет. У тебя же... Очень многие боссы исключения в ульде для демона. Просто, но не можешь там ничего делать. Попробуй на пожарном постоять. Там много где ты не можешь, но на демоне стоять. Это принцип льды такой. Тебе надо постоянно бегать, двигаться. Встать на пожарнике в мели, чтоб тебя обматерили. Да тебя не обматерят. Тебя просто кикну. Да. Блять, ну не пи***ь меня, ну пожалуйста. За что? В итоге умер опять варлок. Так, ну блять. Потому что я умный, умею расколжать. А ему похуй. Кстати, я попал на этом. Забыл перевесить порчу на 35%. Постоянно забыл. Ты вообще очень слабый лук, так что молчи. О, спасибо. Пожалуйста. Че за хуйня? У меня даже... Ну так я ж сказал. Ням. Ты очень слабый лук. У меня даже 90 не было, алло, блядь. Там тебя подставил то ли слесарь. Стоп, подожди. А как тебя сожрало, когда ты в ТПСе? Ладно. Магия какая-то. Нет, так он выше вас, так как бы в острокрыло. Ты не смотрел вообще? Ты что, ты его не видел в топе, чтобы он сорвал агро? Ну, он был в топе. Подожди. Только начал дрейнить меня. Пам. Пусть.
Ну, нихуя себе. Остальные гоу на трэш. Поехали. Правый, го. Ну, хуй его знает, раз никому. Ох, компактобот сейчас прыгнет. Все в мили, быстрее. Кап хита добил. А, там это... Перекурбуй после хадира. Перекурбуй. Хотя нет, сначала хуй убьем. Я не готов. Че, Зенте надо? Ну, вообще, да. Так, типа, это кап меткость. 2 шп, 2 мк у нас. Уже хорошо. Но я ее не смогу одеть сейчас, поэтому дай-ка выберу. Типа... 2 прожимаемые трини, это будет не кажется. Это бред. Хуй знает, где трени брать, они и вульдоры хуёвые все почти. Вообще говно. Тогда с Везакса хуйня трени, блядь, со строкрой хуйня. Ну, со строкрой в десятке нормально, и чё еще наносить, я хуй знает. Агата, давай в хила, наверное, лучше, в всяком случае. Обсидианового святилища, блядь? Камни спереди. Сойс 200 СПД, 3 дня неплохая вроде. Постоянная. Прям можно стакать перед боем. Ну такая. Блин. Типа 200 СПД без дополнительного. Не надо СС. Я что-то где? Еще лут до сих пор? Забегаю. Чисто. Ты же не умирал? Давай, надо яда перемазать. Ты подожди, яда перемазать надо. А ладно, перемажем. Чё ты очкуешь, а? Дамаж, пока будем снимать до 75%. Хуля? Можешь, блядь, без добавок. Милики все под лево. СМЛ зак... Ой, блядь, СМЛ зак... Аукцион закончился. Быстро, да? Да пиздец, никому поездка не нужна. 200 даю. Давай мне. Даю 500 синдор, если мне закинешь. Там аукцион. Иди. А 500 СМЛ? Даю 300к, если закинешь ее себе. Ни хрена себе. Исклаб. Так это работает, что ли? Так, сердце. Поехали. Магат захил. Бейл, дайте бейл. Блядь, хае не кинули, блядь. Так у нас сова же. У нас сова была. Я кинул. Поэтому он холик и нужен. Бомбот идет в рейд. А на мейн таргет? Бам! На боссе есть? Кинешь на мейн? Угу, вижу. А, я не на ту кинул. Ну вот и я. Скру все. Рофл? Что это, блядь? Ну ёб твою мать. Понял? Сейчас найдем. Сейчас найдем и выбьем, не очкуй. Это ты, ёпты. Поэтому он. Ну, нашли и выебали, получается. А хули у меня ничего не сказала, я не пойму, блядь. Так я ж с уверенностью такой, что, бля, я сейчас найдем. Сейчас не получу, да? Сейчас найдем вы. Зайдите в лужу, зайдите все.
Это я хуй знаю, тревогну сейчас. Вообще, но не, я что не надо написала. Ванлут, получается, не ошибка, да? Получается. Хули делать, блядь. Победивший смерть, поздравляю. Знакомьтесь. Победивший? Победивший смертный, не победивший смертный. Кто там из подвала разговаривает? Сука. Можно курицу под дождем? Это было жестко, блять. Рыбу поставил. Подождем курицу. Если тебя там закрыли, ты скажи нам, мы в полицию позвоним. То есть ты не заложник, как нормально, да, все? Окей. Мне кажется, это не он сейчас отвечает, чтобы скрыть подозрение. Возможно. Так, ну я не на очке, поэтому я ревогаться не буду. Сейчас проверим, что там. Заранее СС на себя кинь. А тут на пол рейда надо заранее СС туда кинуть. Ну? А с кого врёс? Есть у кого-нибудь с собой? Так в банке возьми, что ты ГБ поставь. В смысле, я туда стак уложил буквально вот два дня назад. Мартон на третий. Срочно, что ли? СМЛ, чё? Камешки поставьте. Я курицу, я же сказал. Да. Держи. Готов? Камушки под этим. Нет, еще. Ладно, будем без курицы. Пиздав без курицы. Поехали, гуляй. Сендоров ФК мы видим. Хуя петуш... Егорка хитрошок. Гера 2 минуты. Я все вижу, петушок. Даже черную лужу на себе? Да? Не поверь. Не, нихуя вижу. Как он? Этот как его? Слушай, демон покидает хуйни? Не. Ну я Дум кидаю. Че не знаю. Че, меня Дум бьет больше, чем у Дестриков, поэтому Дестрики просто кидать. У тебя есть яка, ты на которого ты скидывал кой. На йоч. А ты кидал. Где Гера? Геры нет. А нахера она нужна? Действительно. Не, я могу покидать кое. У нас сова вроде есть. Сова не в сове. А. Кинь на сейчас кое на этом. Угу. А, кинул. Там бомбот бах. У меня тут бомба нуля. Утрамбовщик пизд. Говорят. Кру сразу свич. Искру. Грипни ее сразу. Бабл для минус 50 прожим. Ну.
Или хотя бы боб себе дай. Ага, дай бы боб. Какие моменты, минус 50 или бабл вообще, хоть что? Искра под босс. Или бомб. Классный. Не жалейте кнопки, которые можете нажимать. Искру. Поставь монотайт. Поднимите рейд, пожалуйста. Искра забагалась. Можно, может, искру добьем все-таки. А там искра забагалась, да, она иммунная была. Да, она как бы ревейнулась. Ну, сакру можно дать, паладина. Почему сакру не даете? Ну, блять, ой, у тебя сакра была. Гим можно дать. Да, я в шамана три коста отдавал, блять. У нас есть там это? С сатиком? Давай, шаман. Сейчас землетрясение. Глыбу. Сокру. Ну боб ему дайте. Искра по боссу. Боб дадите? Боб дадите? А зачем тебе сейчас боб? У меня нет этого. А зачем тебе боб? Он не кастует ничего. Искра мимо, мимо, мимо! А Толя, слесарь, а ты... Толя, подвигайся, уйди быстрее. Искру добейте. Массакр дайте. Им на КП дай. Вторая искра. Все мертвые. Они мертвые, бей. Нет, не медут ЧП мертвые. Нет, я дал. Больше вас. Кучка там что? Когда была секунда. Белая нет. Пожми кош сразу. Был уже кош. Массакр. Мир, дай. Сразу вас. Искру надо, искру, искру, больше урон. Три подряд, окей. Давай, Няша. Еще три подряд. Тебе везет. В искру резко. Все свечи надо. Даже я, блядь, свечу. Даже. Понимаю. Да нахуй. Понимаю. Кого? Похуй, блядь. Тут пол рейда мёртв. Сейчас бы в Африку свечи. Сейчас бы на мутике что-то делать, кроме пост. А Няша? Ты чё, людей искра? Убили её уже, блядь, аля. Ага, это. Ну я доты кидаю, и всё. Я же не буду шибы кастовать в искру. Понял.
босса бейте уже. Финальная сокрафли. Мне похуй, я вижу, но мне похуй. Надо было что-то трейд под конец. Бам! Я вижу, но мне похуй, я сказал. Я добиваю. Добил. Босса.